На протяжении нескольких летних недель художники, члены товарищества «Мосток» путешествовали по живописным местам Беларуси и Польши, которые расположены вдоль объединяющей нас реки Западный Буг. Итог пленэра – десятки ярких работ, выполненных в совершенно разной манере и технике, однако одинаково притягательных для ценителей современной живописи. На открывшейся экспозиции в галерее «Белл-Арт» на суд зрителей представлено 39 написанных маслом, пастелью, акрилом и акварелью работ. Несмотря на то, что работы у каждого художника – свое творчество, каждого какой-то индивидуальный подход. Кто-то работает акварелью, кто-то маслом, кто-то пастелью. Но объединяет нас то, что такое взаимопонимание. То, что каждый у нас всегда подставит плечо друг другу. У нас нет никаких разногласий. Вот это, что касается самого пленэра, я считаю, что цель достигнута. Это был двухнедельный пленэр. Неделя на одной стороне, неделя на другой. И я считаю, что цель достигнута, и эта выставка, это как результат. В руках кисть, можно сказать, не брала со студенческих времен. Но меня пригласили вот в это товарищество художников «Мосток». С Алиной Антоновной мы уже 22 года дружим. И говорит: Людмила Петровна, поехали с нами на пленэр. Поехали. А раз поехали, значит, все, Людмила Петровна, надо работать. И пришлось работать, вспомнить юность, вспомнить навыки, которыми научил меня мой преподаватель Николай Дмитриевич Чураба и Николай Васильевич Белов. Это мои преподаватели, я архитектор по специальности, а они преподавали у нас живопись. Так что говорят, вообще стеснялась выставляться, но говорят, что вроде получилось неплохо. На открытии выставки сами виновники торжества говорили о том, что не написать прекрасную картину, любой с красотами, которые дарит приграничье, просто невозможно. Особое очарование работам придает тот факт, что многие из изображенных объектов историко-культурного наследия знакомы большинству жителей как с белорусской, так и с польской стороны Буга. Увидеть знакомые места глазами художника – такая возможность уже сама по себе большой подарок, что не раз и отмечали собравшиеся на церемонии открытия гости. Я уже на объединении «Мосток», это на второй выставке, завсегдатаем таким стал. Очень приятное чувство, и я уже работы видел, как я заходил, когда работы развешивались, мне уже было интересно и приятно видеть новые работы. Почерк художников узнаваем, очень светло, очень интересно пишут и разнообразно. Я очень рад, что у нас есть такое объединение, которое соединяет наши народы. Это очень важно, ведь духовность, искусство, это всегда объединяло два дружественных народа. Организаторы выставки приглашают приобщиться к прекрасному всех ценителей современной живописи. Увидеть работы и оценить творческий потенциал мастеров кисти можно будет еще почти две недели, до конца октября. Именно столько экспозиция будет находиться в стенах галереи «Белл-Арт». Затем, по уже сложившейся традиции, работы художников уедут покорять польскую публику.